Постоянный рост угледобычи, она сегодня в компании «Сойок Кузбасс» составляет более 32 миллионов тонн в год, заставляет не только вкладывать миллиардные инвестиции в промышленную безопасность, но и вести системный подход в этой работе. Как следствие, производственный травматизм за последние 10 лет снизился в 6,5 раз. Постоянно техническое перевооружение очистных и проходческих комплексов. Мощная сеть вентиляционных установок для проветривания горных выработок. Комплексная программа предварительной дегазации угольных пластов. Единая диспетчерская служба аэрологического контроля позволяет сделать труд шахтеров более безопасным. Действующая в компании система производственного контроля дает ежегодное снижение числа аварий, сохраняет жизнь и здоровье шахтеров, предупреждает разного рода ЧП. В компании существует единая диспетчерская служба со всех шахт. Все показания датчиков контроля, как метана, как количество воздуха, также угарного газа, всех вредных газов, то есть поступает на пульт диспетчера, оперативно применяются определенные меры. Что такое система позиционирования? У каждого шахтера в светильнике есть чип. То есть каждого человека мы можем в подземных горных выработках отследить, где он находится, чем занимается. Но сегодня уже мало просто оснастить шахту различными контролирующими датчиками. Необходимо изменить поведение горняка, его отношение к опасности, научить правильно оценивать возможные риски своих действий или бездействий. В «Сойок Кузбасс» разработана и начала функционировать специальная программа повышения квалификации персонала по безопасным методам ведения горных работ. Кстати, в 2013-м компания подтвердила международный сертификат соответствия требованиям здоровья и безопасности. Если мы не будем выдерживать международный стандарт, то практически мы потеряем рынки сбыта. Если сказать, что в доле 32,6 в прошлом году мы выгрузили 21 с небольшим, это экспортная составляющая. Около 9,8 миллионов отдали на свои генерирующие мощности, которые расположены у нас в Кемеровской области. Поэтому, если мы не будем работать в международном стандарте и не соответствовать мировому уровню, то мы потеряем практически рынки. Многое делается и по другим направлениям. Для улучшения экологии введены в строй очистные сооружения на шахте имени Рубина. Растут объемы рекультивации нарушенных земель. Благоустраиваются территории предприятий и прилегающие улицы. Идет снос жилья и санитарно-защитных зон, окружающих шахты. Словом, безопасность труда включает в себя и большую социальную ответственность. Ведь это не просто территория присутствия, а социальная среда, где живут и работают шахтеры компании.